И снова всем привет, уважаемые подписчики, с вами Синеман или просто Виктор. Я продолжаю проходить мод Тайный Путь. Добрались мы в конце прошлой серии до локации Гропром. Взяли уже квестик у генерала Крылова на уничтожение болотных кровососов. Вот, ну и, конечно, не забудем познакомиться тут и с другими персонажами. Вот, например, тот самый Миха, которому мы должны будем отдать ПДА Петровича. Такой вот, видите, замечательный Миха в очках, даже на какого-то актера похож, по-моему. Ну ладно. Здравствуй, ты Миша? Да, я что хотел. Ну вот Петрович просил передать тебе его ПДА перед смертью. Как, он что, погиб? Да вот я его в лесу нашел, мутанты его помяли. Эх, жаль старика, он был моим родственником. Ладно, давай его ПДА сюда. Ну, держи. Вот отдали мы ПДА, выполнили последнюю просьбу Петровича. Ну и, конечно, давайте узнаем насчет работы. Мы же зарабатываем все-таки денежки в зоне. Здорово, Миха, есть какая-нибудь работа? Здорово, есть, конечно. Дело такое. Был у нас один парень, звали Заноза. Все, герой себя строил. Молодой еще, ушел он на болото. Оно здесь недалеко. Вот 3 дня как ушел. Говорил я ему, что там небезопасно, но все бесполезно. У него ствол был неплохой, парни явно уже мутики схавали. А ствол им не нужен, понимаешь? А, понимаю, тебе нужен ствол его, а сам ты туда идти не хочешь. Ну ладно, пойду погляжу, что там такого опасного в этом районе, да. Так, и вот мы получаем еще одно новое задание под названием «Оружие занозы». Ну что ж, попробуем найти это оружие. Тем более, что мы отправляемся туда еще и по заданию генерала Крылова. Нужно же увидеть этих кровососов на этом самом болоте. Вот. Вот в этом районе оно находится, это болото. Вот, ну что же. Тут мы почти уже со всеми познакомились, но еще осталось несколько персонажей, которые тоже могут нам в чем-то помочь. Давайте спустимся вниз. Там внизу у нас обитает персонаж по прозвищу Митяй, у которого мы можем тоже взять работу. Так, а находится он, по-моему, вот здесь вот. В этом домике. Хотя я ошибся. Ошибочка, ребят, вышла небольшая. Не страшно. Вот тут он находится у нас. Вот он, да, Митяй. Мне нужна работа. Есть что? Да, есть. Мне нужны 2 артефакта. Батарейка и ночная звезда. Найдешь, приноси. Ну, хорошо, я согласен. Нет, иди нафиг. Вот артефакты для Митяя. Попробуем найти. Батарейка явно будет тоже в районе болот. Я больше чем уверен. В районе этого болота. Ну, а вот ночная звезда. Звезда. Видимо, где-то все-таки вот в том районе находится. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может, она и вообще в пещере в этом, в тоннеле. Я думаю, что найдем. Без проблем. Ну, а сейчас отправляемся на болото. Вот тут есть еще один такой вот персонаж. Андрей. Но он с нами пока не общается. Такой, смотрите, обратите внимание. С красными прямо стеклами. В противогазе. Но пока ничего. Видимо, попозже мы с ним пообщаемся. Пообщаемся с ним попозже. Ну что ж, побежали на болото. Отлично у нас время суток. Ночь, то бишь. Специально для такой охоты на болоте. На кровососов. Ну, конечно, перед этим сохранимся, само собой. Не без этого. Да, и самое что любопытное, по-моему, я лично не нашел торговца тут. Хотя, может быть, вот Митяй-то и был торговцем, я что-то не проверил. Но попозже посмотрим, если что. Я имею в виду именно торговец на базе Долга. Ну, такая охрана, пост. Рядовой Козлов. И рядовой Савченко. Так, ну что же, вот мы добрались до этих болот. Точнее, до этого болота. Тут у нас аномалии, радиация.
плоти ночные. Да еще и не только плоти. Как мы видим, тут еще и изломы. Тут еще и изломчики у нас. Но зачем этот камуфляж? Я не понимаю. Что-то вот он. Где его убойность вообще? Где убойность этого камуфляжа? Также убивается практически мутанты, как и из обычного калаша. Что такое? Давайте всех в аномалии заманим. Всех этих кровососов в аномалии. Вот так вот. Отлично. Кто нас еще видит? Излом. Получай излом. Слышь, прошел. Прошел через аномалию. Но другой не прошел. Вот так просто мы избавились от этих кровососов. А тут их было немало, как вы видели. Так, ну что же, кровососов мы убили. Убила их аномалия, но мы еще пока не нашли ни артефакт, батарейка, ни оружие этого какого-то там смельчака. Вот плоть нормально, плоть сразу убивается. Так, нифиг делать. Залом очень такие мощные. Ну, вы сами видели, что он даже прошел через аномалию. Какие прямо страсти. Так, ну, похоже, вот там вот находится либо эта звезда, либо батарейка. Может быть, и то, и другое тут лежит. Сейчас проверим. Ужасные черепа. Или головы. И тут кто-то еще есть, какой-то вот персонаж. Может быть, даже это он? Может быть, даже этот человек, тот смельчак? Получи, гад. Вот так себе. Продолжаем поиски. Продолжаем поиски артефактов. Вот тут масса всяких. Каменный цветок. Но это нам особо не нужен. Нам нужно немножко другое. Может, вот, батареечка. Отлично. Может, ну, как я, в принципе, предсказывал. Она, в принципе, обычно всегда в этом месте спавнится. Давайте узнаем, кто же там такой. Кто же там в этом вагончике живет. Тут еще один каменный цветок. Ночной звезды. Мы тут не видим. Звезды! Кстати, это Суворову Александру. Это тоже у нас тут живет. Давайте посмотрим. Вот такой вот военный. Обычный военный, видимо. Ну-ка. Ненавижу. Спокойный мужик, Васильев. Что делаешь? Прячусь тут. Мне проблем не надо. От кого прячешься? Ну, обычный, в принципе. Обычный диалог про катакомбы. Может быть, даже нам потом попозже-то и надо будет. Катакомбы, подземные туннели. Что дальше делать собираешься? Не знаю, по военным законам я дезертир. Ну, понятно, я... В общем, обычный диалог, в принципе, из стены Чернобыля. Вот намекнул нам на Запорожец, что здесь где-то есть неподалеку. Ну, хорошо. Пока. Так, ну, по-прежнему мы же не нашли оружие. Оружие мы не нашли еще, ребят. У тебя нет оружия? Нету. Давайте искать. Давайте поищем оружие. Возможно, оно в болоте, а может быть и где-то вокруг кто-то лежит. Кошмар. Поищем. Ну что ж, нашел я ствол. Нашел этот ствол довольно-таки просто. В трубе он лежит. Вот в этом районе. То есть не то, что прям уж прям просто, но все-таки спасибо разработчику за такие именно тайнички, что не так уж прям их искать целый день надо. Вот, гроза. Гром, точнее, даже, да. Отлично, нашли мы этот ствол. Отнесем его Михе. Давайте, наверное, уже вернемся. Вернемся на базу. Рассчитаемся с этими квестами. И потом попробуем уже найти второй артефакт. Может, подцепил заразу какую-то? Явно. Ну вот, добрался я до базы долго. Все правильно, Миха именно является у нас торговцем. Зашел я к нему, посмотрел там его
ассортимент и, конечно, просто обалдел. Цена на экзу долга 1 500 000. Вот, конечно, немало. Но, в принципе, если на самом деле так вот в жизни, то я думаю, что такая экза еще и дороже стоит. Так или иначе, давайте отдадим этот гром под патронами на 5.45. Отдадим Михе. Так, здорово, ты меня еще не похоронил? Здорово, ну что, есть результат? Да, вот, теперь ствол твой. Занос там не было, но ствол его нашел. Спрятал он, зараза, его в трубе. Я так и думал, но спасибо тебе. И получили мы гадючку на другой именно патрончик. И для нее бронебойные патроны. Понятно, ну, до встречи. Спасибо тебе, Миха, за пушку эту. Мы ее обязательно продадим. Так, ну а что, генерал Крылов? Давайте отчитаемся. Уничтожил я их всех. Теперь не будут они вас беспокоить по ночам. Спасибо тебе, Хемуль. Сходи к нашему торговцу, его зовут Митяй. Он тебе выдаст награду. Ну хорошо, я пошел. До встречи. Ну тут тоже, видимо, все, да. Тут пока все. Ну что ж, можем, в принципе, взять и вот эти, наверное, вещи. Продадим этому Митяю. Автомат мы уже не сможем, видимо, взять. Да. Уже будет перевес. Ну хорошо. Давайте продолжим уже у этого Митяя. И вот мы уже напротив Митяя. Давайте с ним пообщаемся, узнаем, как же нас наградит генерал Крылов. Здравствуй, я за награды пришел. Да, я знаю, мне Крылов уже сообщил. Держи. И смотри, что мы получили. СПСА 14 и 5 пачек дроби. Ну, спасибо. Сталкер, это еще не все. Тебе нужно сходить к капитану Андрею. Он тебе скажет, что нужно делать. Ясно, пойду к нему. И вот новое задание — поговорить с тем самым именно Андреем. С красными стеклами, который... Отлично. Ну, получили мы, смотрите, какую замечательную пушку-то. Я ее уже проверил. В действии. Вот такой вот СПСА 14. Тот дробовик я продал уже этому Митяю. Вот такая отличная пушка. Пуляет просто на ура. По крайней мере, звук замечательный у нее. Будем надеяться, что и такая же убойность. Очень удобно, в принципе, из нее пулять. Никакой такой нет перезарядки, как в других именно винчестерах или таких вот обрезах и прочих. На дробь оружия. То есть, что мы поднимаем, так скидываем прям ствол. По-моему, это Мосберг так перезаряжается или еще что-то. Ну что ж, так или иначе, давайте пообщаемся теперь с этим вот Андреем. С Андреем, какое же у него поручение к нам? Практически человек из Звездных войн. Если бы не было вот этого носа. Так, сохранимся. Здравствуй. Мне Митяй сказал, что у вас какое-то дело. Да, мне уже сообщили, короче, у нас такая ситуация. К нам пришла группа сталкеров, и они просят помощи. Их база кишит мутантами. Ну и что делать? Так вот, наш генерал сказал, чтобы мы им помогли, как раз выполним кое-какое задание. Там недавно пропала наша группа, которая была под руководством капитана Соболева. Но нам лишний ствол не помешает. Поможешь нам? Хорошо, пойдем к ним. Так, я уже думал, что мы сейчас перемещаемся прям туда. Не, на самом деле мы туда не перемещаемся. Мы просто направляемся туда. Будем устранять мутантов. Похоже, квестинг я уже видел в одном моде. Ну, в принципе, так или иначе, все равно интересно. Очень даже интересно. А именно в моде «Закоулки правды», по-моему, там тоже мы так вот зачищали ту местность от мутантов. А там кто у нас? А, так, видимо, вот этот отряд есть. Да, все правильно. Вот он. Арест, одиночка. Все верно, вот поговорить. Здорово. С главарем сталкеров. Так вот, пришел помогать вам, ребят. И ведь еще нужно найти пропавшую группу долго. Тебе чего, сталкер? А, те сюда прибежали. Молодцы. Пообщаться хочу с тобой, мужик. Арест. Я тебя слушаю.
Привет, мне сказали, что вам нужна помощь. Да, на нашу базу напали мутанты, половина моих людей погибла. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Хорошо, с нами пойдет небольшой отряд долга. Они нам помогут. Отлично, ну что, пойдем? Пошли. Задание выполнено. Ну, в принципе, полная идентичность, получается, того, именно квеста из Околоток Правды. Так или иначе, поможем. Поможем ребятам. Так, ну что же, вот мы уже на подходе к этому комплексу восточному. И тут у нас, похоже, вот видите, да, бандиты, враги. Бандиты еще сцепились со сталкерами. Сейчас поможем. О, бандюган тут у нас. Ах ты, блин. Здесь еще один гадский бандит. Где он тут рядышком? Ну ладно, его сейчас уже кровососы, видимо, убьют. Ужасные коты. Входим. Это очень долго, конечно, перезаряжается с ПСА этот. Еще один кот. На тебя, носки, котяра. Смотрите, тут кровосос как валится. Любопытно. Давай заряжать. Води дивизию. Ребят, ну как вот можно от этого кровососа уйти? На тебе уже, сволочь. Сдохнем. Еще и биллер. Еще и биллерский газ здесь, смотрите. На тебе, сволочь. Вот так вот тебе. Всех завалим. Пока там эти подойдут, мы уже всех убьем. Ну ладно, давайте на по-другому, если вы так долго уничтожаетесь. Вот так, не хотите? Всех вас положим. Жалко, нет гранат. Всех вы положили бы с удовольствием. Смотрите, сколько там морей. Одно удовольствие. Украли гранату, давайте, ребят. Кидайте по ним. Какой ужас. Даже убитые. Может, бандюка есть гранатка? Твою-то дивизию. Ребят, меня за что вообще было кидать гранату? Я-то тут при чем? Мочи его правильно. Тут нет ничего. Готов, мужик. Тут тоже ничего не было. Сволочи вы забинтованные. Какой кошмар. Да, жестко мы их валим. Живой еще гад. Так вот. Твари проклятые. Смотри, сколько здесь, ну. Мужик, там смотри-то. Не подставляйся. Сколько тут зомбарей? Что ж такое? Давай так, ладно. Зарядим. Заряжай пушку. Отвлечем их на себя. Спокойно, вокруг никого. Ну, валить уже, гад. Сегодня не валится, но твой. На тебе твой. Чуть сзади. Масса зомбарей. Ну что, сейчас всех убьем. Сейчас, конечно, всех убьем элементарно. Спокойно, мужик. О. Сюрприз. Вот. Куда собрался, мужик? Давай хотя бы так вот. Тогда. Это все. Добавочка. Кто хотел добавки? Не остановить, говоришь? Сейчас остановим, как нифиг делать. Получай. Готов. Избавляем территорию от зомбарей. Все уже друзья, смотрите, наши стали. Отлично. Хватит уже ползти на меня.
всех прикошел. Ужас, конечно, какой-то просто. Настоящий... Настоящая зачистка. Зомбированного участка. Ну, вот тебе уже. Главное, еще в своих-то не попасть этой дробью. Вот. Че, ты там еще ругаешься, что ли? На тебя, сволочь. Ну, все, всех завалили. Сейчас поговорим с лидером. Конечно, обыщем всех, куча рук тут насобираем. Отлично. Итак, продолжаем запись. Обыскал всех зомбированных, насобирал аж 41 руку этих зомбарей. И теперь давайте пообщаемся уже с главарем здешних сталкеров, а именно с Арестом. Тебе чего, сталкер? Спокойно, мужик. Свои. Фух, надеюсь, всех положили? Да. Спасибо тебе за помощь, сталкер. И получили мы две баночки едулина и патроны. Дробь, одну пачку. Да ладно. Вам больше ничего не надо? Ну, если согласишься, то принеси нам рюкзак с едой. А то база теперь у нас есть, а хавать нечего. Я тебе метку скину, где искать. Ну, кидай метку, и я пошел. Ну, поищем еще и рюкзачок с едой. Аресту. Вот в этом вот районе. Но перед этим... Мы пока еще отсюда не уходим. Как мы помним, мы должны выяснить причину... вот, найти пропавшую группу. Долго. В этом комплексе. И группу именно капитана Соболева, как мы помним. И вот в этом местечке лежит такой вот персонаж. Может, вот такой вот персонаж. Егорка Электрик. Но так или иначе... Может, когда мы его обыскиваем, все нормально. То бишь, квест обновился, и... Может быть, это и есть капитан Соболев. Может быть, еще кто-то. Так или иначе, квест мы этот, как бы, что ли, обновили. И можем теперь пообщаться уже с этим Андреем. Так, перед этим давайте-ка применим необходимые меры. Вот так вот. Жаль, ваш отряд. Они все мертвы. Да, вижу. Ты капитана Соболева нашел? Да, он тоже мертвый. Эх, спасибо тебе, сталкер, за помощь. Ладно. Может, мы еще встретимся? До встречи. Ну, до встречи. Надо все. Долго все уходит. Вот видите, здесь сколько полегло-то их. Масса человек. Рядовой Слуцкий. И так далее. Тут масса этих ребят. Долговцев и все убитые. Ну, само собой понятно, кто их убил. Видимо, те же самые зомбари, кровососы и так далее. Ну что же, вот долговцы убежали, но мы пока отсюда по-прежнему не уходим. Потому что мы помним, что вот Громобой просил найти в этом районе винтореза и забрать у него посылку. И вот винторез находится у нас вот тут вот. Сейчас мы с ним пообщаемся. Вот такой вот винторез, обратите внимание. Подкрашенный такой, что ли. Да. Какой-то весь такой печальный, унылый. Так или иначе, обратите внимание, какая у него экипировка. Именно монолитовская. Тоже очень странно. Но хорошо, так или иначе. Привет, ты винтарь? Посылка от друга Громобоя. Спасибо, сталкер. Есть деньги для тебя, держи. Тут 3000. Спасибо. Ну, получили мы 3000 и посылочку от винтаря. И также вместе с ним можно еще и поменяться чем-то. Эй, брат, хотя не, подожди-ка. Подожди, мужик, посылка сколько весит? Ага, 2 кило. Кейс с документами. Сделан из огнеупорного материала. Ну, хорошо. Так, вот, эй, брат, привет, может, махнемся? И вот мы тут можем, например, видите, получить сразу костюм монолита. В принципе, очень даже неплохо, но я бы хотел получить, например, Севу. Потому что у него она тоже может быть. Так, ну что же, вот за всякими этими обменами, заменами я сумел выменить у этого винтаря, винтореза, вот такой замечательный армейский бронекостюм СКАД-9М. Он даже еще лучше будет по этим параметрам, чем Сева или какой-то другой там ССП, например. 99М. Вот, и теперь мы уже направляемся на поиски рюкзачка. Рюкзак с едой.
Ну, у меня пропала метка, но похоже где-то вот, вот в этом районе. Так, вот типа здесь-то, а? Рюкзачок ты такие. Вот ты. Ну, отлично. Все, мы взяли. И можно направляться к аресту. Никого тут вроде бы нету. Никто у нас не появился, это хорошо. Так что продолжим уже у ареста. Сколько он весит? Ух ты, 7 кило. Немало, в принципе. Ну, так или иначе, направляемся к сталкерам. Ну, добрался я до этого ареста. Я тебя слушаю. Так. Вот, держи свой рюкзак с едой. Тяжелый. Спасибо тебе, сталкер. Поделюсь с тобой едой. А как тебя зовут? Хемуль. Тебе еще что-нибудь надо? Да, нам нужны боеприпасы. Не мог бы ты попросить у торговца долга? Ну, вряд ли они за просто так отдадут. Но я попробую. И вот новое задание. Попросить у торговца долга ящик с амуницией для ареста. Ну что ж, попробуем. Попробуем попросить. И направляемся на базу долга. Погодите, не нашел еще эту звездочку ночную. Ну и вот мы уже у Митяя. Привет, Митяй. Я к тебе по делу. Ну, что тебе от меня нужно? Ну вот мне нужен ящик с амуницией. Нет, я тебе не смогу дать его без разрешения начальства. Спроси у нашего генерала. Если он согласится, то дам. Ну ладно, хорошо. Ну что ж, побежали. Спрашивать разрешение у товарища генерала Крылова. Так, ну добрались мы. Ты, генералы, здравствуй. Я хотел спросить. Нету времени на разговоры. На нас сейчас готовится нападение наемников. Ну ладно, помогу. Поможем ребятам. Убить снайпера. Группа первой. А нам все вот отсюда идут. Вот они. Вот эти гады. Сейчас разберем со всеми быстрее, поможем. Уже одного уже убили снайпера. О. Вот, видимо, снайпер-то, гадский.
Сейчас им поможем. Дайте выбраться из здания. Все уже бегут, бегут, уже паника у людей. Как же постовые? Что же они? Срочно, аккуратненько бежим. Срочно, но аккуратненько. Только в меня не надо, мужик. Где еще наймы? А, найм, вот он, гад. Отлично. А, ну вот и все. Хозяин там что-то тут пуляет, по-моему. По кому-то. Кого-то тут еще валит, по-моему. А вот же гад-то. Чужик. Смотри, какой прям убойный мужик. Зачистим вновь. А, ну вот все. А, раненый, смотрите. Так, все, мужик. Замочил, молодец. Похоже, еще и с того фланга тоже кто-то идет. Вот же гад. Вот так вот. Завалили. Еще кого-то нужно убить, по-моему. Еще нужно кого-то убить обязательно. Вот в этом районе, по-моему, где-то. Вот, тут кто-то у нас есть. А, вот, вот же гад сидит. Получай. Ну, теперь, видимо, все. Теперь хотя... Да, все правильно, поговорить с Крыловым. Отличненько. Всех убили. Сейчас поговорим. И вот мы снова напротив генерала Крылова. Ну что же, отбились? Да. Зачем им надо было на нас нападать? Ну ладно, чего хотел? Да вот мне нужно разрешение на ящик с амуницией для сталкеров. Хм, ну ладно, будет им ящик с амуницией. Но тогда выполни для меня одно задание. Хорошо, что за задание? Послушай, у нас недавно была зачистка мутантов в подземелье под агропромом. Так вот, для этого мы использовали отравляющий газ, который мы попросили у яйцеголовых для зачистки. Потом я отправил туда трех своих бойцов для поиска документов. Конечно, в спецкостюмах. Без него туда не пройти. Так, и что мне предстоит делать? Тебе нужно отправиться на Янтарь. Там главная база ученых, у них главный профессор Сахаров. Твоя задача — получить у него спецкостюм. Ну ладно, пойду к Сахарову. И вот отправляемся мы уже на Янтарь. Открылся у нас новый путь, то бишь переходик. И мы можем уже спокойно отсюда перейти на эту локацию. Но, как вы понимаете, сделаем мы это уже в следующей серии. А это я заканчиваю. С вами по-прежнему был Синеман или просто Виктор. Кому понравилось, не забывайте про лайк, оставляйте ваши комментарии. И подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Всем пока и всего вам хорошего.